Здравствуйте, с вами канал на MDB. Первым делом стоило бы сказать о том, что гороскоп для знака Дева в январе 2020 года пророчит много перемен, внеплановых ситуаций, необычных событий и всего в этом роде. Для Дев этот месяц должен быть очень насыщенным, причем как для мужчин, так и для женщин. В общении с людьми никаких проблем возникнуть не должно, но при этом есть шанс на то, что в январе вы сможете вернуть старые связи и снова подружитесь с теми, о потере связи с которыми вы жалеете. Главное, будьте более терпеливыми и перестаньте жить старыми воспоминаниями. Начните все сначала. В течение первого месяца этого года вы можете услышать много критики в свой адрес, но постарайтесь реагировать на нее более спокойно, нежели обычно. Поймите, иногда критика может быть и обоснованной. И более того, она может помочь вам стать лучше. Выслушайте критику и примите к сведению, и в трезвом уме решите, как с ней поступить. Работа и карьера. Гороскоп Дев на январь пророчит некую двузначность. С одной стороны, этот месяц может оказаться сверхудачным, а с другой, он может принести и много проблем. Женщинам-девам в январе 2020 года повезет больше. Их ждет невероятный успех, при стечении нужных обстоятельств и должном упорстве. Если вы женщина-дева, то вам в этом месяце стоит постараться добиться своих целей в плане карьеры и достижений. К вам будут прислушиваться, ваше мнение будут учитывать. Вы же должны пользоваться этим изо всех сил. Вы можете попытаться навязать начальству свои идеи, можете воспользоваться удачей и попытаться начать дело, о котором давно мечтали. Или и вовсе взять и закончить начатое. Рискуйте, и тогда успех с удачей точно порадует вас своим наличием в вашей жизни. А еще вам могут начать протягивать руку помощи те люди, от которых вы этого никогда не ждали. Воспользуйтесь этим, но будьте осторожны. Не дайте недоброжелателям и корыстным людям использовать вас. Мужчин знака Дева тоже будет сопровождать удача, но есть одно «но». Оно заключается в повышенном риске оказаться втянутым в рискованное или опасное дело. Не переступайте черты закона и не рискуйте ради наживы. Последствия могут быть не самыми лучшими. Финансы. Что же касается денег, так тут девам будет очень нелегко. Накопить денег на какую-нибудь цель у вас точно не получится. Но зато к вам придет удача в сфере поиска инвесторов, если они вам понадобятся в ваших начинаниях. Одалживать деньги даже родным и близким финансовый гороскоп Дев не рекомендует. Высоки риски того, что в будущем вы этих денег уже никогда не увидите, а вместе с тем потеряете и человека, которому одолжили. Будьте осторожны и воздержитесь от одалживания средств, особенно больших. А еще гороскоп пророчит в этом месяце успех представителям таких сфер деятельности, как дизайн, искусство, фриланс и педагогика. Возможно, повышение или большой финансовый приход. Семья, любовь и отношения. Свободным девам в январе 2020 года повезет, ибо их ждет встреча, от которой они точно извлекут много пользы. Великие шансы встретить кого-то, кто в будущем станет вам близким. Не спешите отказываться от свидания, ведь велики шансы, что оно будет по-настоящему успешным и удачным. Еще достаточно велики шансы встретить человека, с которым вы сможете построить реально крепкие семейные отношения. Но не стоит бросаться в омут любви при первой же возможности. Ведь наравне с этим велики риски встретить человека, который захочет вами воспользоваться. Будьте осторожны. Женщинам и мужчинам, уже давно обзаведшимся семьей, гороскоп этого месяца рекомендует тщательно поработать над отношениями со второй половинкой. Разнообразьте досуг, поработайте над личной жизнью, постарайтесь внести изменения. Возможно, это поможет вам наладить отношения с любимым человеком. Здоровье. Гороскоп на январь 2020 года пророчит девам проблемы с желудочно-кишечным трактом. Возможно, именно это станет самым уязвимым местом. Поберегите себя. Постарайтесь не злоупотреблять спиртным и вредными продуктами. Воздержитесь от жирного, острого и от любых новых продуктов. Так вы убережете себя от проблем. А еще постарайтесь лишний раз не рисковать, выходя из дома в холодную погоду. Велики шансы, что вы подхватите простуду. Напишите в комментариях, какие еще темы вас интересуют касаемо вашего знака зодиака. Подписывайтесь, ставьте лайки и нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики. А с вами был канал на MDB. До встречи!